Привет, друг! С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере с Motor Rage, все как всегда. И как ты понял по названию видеоролика, сегодня мы с тобой прикупим самый топовый джип на этом сервере. Самый дорогой, самый имиджевый. Хотя сейчас могли появиться там Escalade, который я хочу. Гелик 6x6, который я хочу. Давайте назовем так, что это самый топовый джип, который можно купить из автосалона. Мне кажется, сразу едешь на этом Rolls-Royce и сразу статус такой, да. Вот, я могу уже называть название, полюбас вы увидели где-то начало какой-то прикольненький, красивенький, вот. Поэтому сегодня у нас задача номер один — это заработать на него и купить, затюнить и снять красивые перебивочки. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, а мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что именно на этом сервере у меня есть свой личный промокод Evan. Вводи его при регистрации большими буквами и получай 50 тысяч рублей на свой баланс и VIP статус на один день. Иди сдавай на права и работай на свою мечту. Ну что, ребята, в прошлой серии мы только с вами успели затюнить вот этот прекрасный Lexus LC500. Если не смотрели, ссылочка на ролик в описании. Это эксклюзивный автомобиль, мой первый эксклюзивный автомобиль из Battle Pass, да. Когда я покупал Lexus, это было где-то месяц назад, я хотел купить Rolls-Royce на самом деле, но из-за того, что Rolls-ов не было, я хотел в стоке, а не в тюнинге, потому что в тюнинге они, во-первых, дороже, во-вторых, они мне не так нравятся, как в стоке. Вот, мне предложили Lexus, я те бабки, которые должен был отдать на Rolls, отдал на этот Lexus, но я ни в коем случае не жалею, потому что этот Lexus, посмотрите, какой он охеренный, какой он красивый, боже, я просто не могу. Едет 340, ну балдеж, да, да и плюс это еще эксклюзив, их количество увеличиваться не будет, только уменьшаться, потому что кто-то может слить его в утиль и так далее. Но теперь вторая проблема этой серии, это то, что на начало записи данной серии у меня всего лишь 20... Блять, может я с Японии, а не ты с Японии, что ты по левой полосе едешь, а? Проблема в том, что я хочу Rolls-Royce, который стоит минимум 30 миллионов. Но когда-то я должен его купить был за 28,5, но как всегда продавцы сливаются, не отписывают, игнорят и так далее. Что мы должны сделать в этой серии? Первое, это нам нужно накопить на Rolls-Royce. Продать все, что у нас есть, все, что нужно, не нужно. Посливать, короче. Ну, можно также к первому пункту отнести то, что можно поснимать выплату с безаков, да. Вот, кстати, каждый день я теперь сижу на сервере, чтобы задротить рулетки вот эти, чтобы купить Rolls-Royce. Это первое. И второе, это надо красиво переодеться. Ну и третье, прикупить сам Rolls-Royce. Я не знаю, насколько этот видос выйдет длинным, но я надеюсь, он будет очень интересным. Значит что, давайте начнем с первого пункта. Что же у меня успело произойти? Так как начало бюджета у меня было 20 миллионов. Вот 20 миллионов у меня есть. Я начал чистить немножечко свое имущество. Первое, это я продал свою Жигу на 3-8. Но я его хотел продать вместе с Жигой, ну, 1000 за 400-300, типа, чтобы в гос не сливать ту Жигу. Мне один чел написал, что хочет, типа, купить номер. Я ему говорю, типа, ну, 300-400 дай, да и забирай. Он игнорит. И буквально через 2 часа пишет мне чел, что Эван, брат, давай за 3 ляма заберу номер. Я такой, 3 ляма за номер этот? Ну давай. Он что-то говорит, давай 2,8, комиссия. Я говорю, 2,5, давай и забирай себе спокойно. Ну и в принципе он его забрал. Вот ставочка. Ребята, классика, классика. 11 Windows. И знаете что? У меня отпала опять запись. И я не могу снимать видос. Хотя сегодня утром снимал перебивки для i8. Ссылочка в ролик, на ролик в описании. Вот, продаю номер. АКО 3-8 за 2,5. Бороде. Все, спасибо, удачи. Ну и теперь у нас бюджет стал 22,5, ну плюс рулетки туда-сюда. И бюджет уже стал немножечко больше, 24. И я решил почистить также свой инвентарь. У меня в инвентаре лежит очень много стволов, патронов, шестеренки, пружинки, металл, порох, чертежи, золотые слитки, вот это все. То я тоже решил все отфоткать и публиковать на каналы с Motor Rage, там где лут продают, оружие продают, вот. И надеяться, что кто-то что-то прикупит. И в итоге первые продажи уже понеслись, я уже успел продать несколько айтемов и продаю дальше. Так, мы приехали с вами на разборку, как бы до Лексуса детали, ладно, шучу. Так, в принципе, лут я из этой копейки достал, больше в ней ничего такого нет. 112 500, как бы, родной, сюда давай. Тем временем у нас уже бюджет 26 миллионов 100 тысяч. Я решил вот это все продать, я вот красиво все отфоткал.
вот вы видите на экране. Скорее всего, я не все успел продать, пока эта серия вышла, поэтому можете писать смело в Discord, если вам что-то заинтересовало, и предлагать свои цены. Вот, поэтому пока что побегаем в поло, который я перед этим бегал, с усами, шляпу оденем для того, чтобы лысину прикрыть, вот, и сумочку, которую мне Суета подарил. Пусть будет. Пока что сойдет. А потом, когда уже соберем, оденемся нормально. Так, R-Squad продаем за 120 тысяч. Комиссия 3% появилась? А, это не с меня хотя бы. Остальные за рубль дам. 120 тысяч на один день на домик. ХВК продаем мемки за 170 тысяч. Сейчас назад стоит. И боком полицейский разворот, не? Ну, и мерседесник же. О, красава, бля. А похер, короче, братан, я пошел лутаться нахуй. Короче, слитки сливаем. Давайте еще микрочипы металлом оставим. Никто не спрашивает за них. Патроны оставим. 300 тысяч. Нормально. Давай еще одну попыточку. Как бы 475 кассиков на базу. Я довольно отсюда иду. 300 тысяч. Четвертый раз. Да ё-моё. Так, ребят, вы просто не представляете, с каких частей состоит этот видеоролик и как давно они записаны. То есть, начинал я снимать где-то в начале марта, сегодня уже конец марта, и только сейчас я нашел Rolls-Royce. Я ждал этот момент более месяца, что мы приедем на наши бизнесы и будем снимать деньги. Я специально их не снимал, чтобы снять прям вот такую вот большую сумму. 4200 на этом, 4,5 на этом, блин. Да, может вы спросите Эвана, где графон, что с графикой. Я вам скажу, что это я переустанавливал опять Windows 11 на 10, потому что меня выбесил. Поэтому еще не успел установить ENB. Но еще 4 ПВО здесь. Охуенно. Я установил Quant ENB, но после обновления GTA 5, конечно же, оно все слетело. А сейчас нужно срочно заходить, потому что Rolls-Royce прям по очень вкусной цене. Немножечко позже мы с вами поговорим про этих перекупов, как они охуели, но этот забирать точно надо. И 4 миллиона здесь. Короче, в суммарное только что с бизнесов снял 17,2 миллиона рублей. Так, разбежались, разбежались, мажоры едут. Это не мой Rolls-Royce? Я надеюсь, что не мой, блин. Вот мой Rolls-Royce стоит, да? Да-да-да, брат, это твой. Все, пошли. Я за, блядь, штрафы сейчас. Значит, 29 миллионов ставим сюда. Блядь, это уже слишком много. То есть 29, все же верно. Каллинан, 10 владельцев. Вообще, пох, 30 лямов. Да? 29 миллионов, Каллинан, все. Ну, вроде да. Все, брат, спасибо тебе. Я не знаю, что на нем там есть, турбина, не турбина, но чип ставится. Ты не проверял? Я только диски поменял, а турбины не знаю, надо смотреть. Ну, наверное, есть, вроде все есть. Блядь! Ну, вроде все есть, но хуй знает, ну, посмотришь. А если не будет? Ну, я же тебе не обещал, что ФТ, ну, полностью. Блядь, если я сейчас купил Rolls-Royce не ФТ... Я еще дом в аренде, блядь. За 29. А там просто, да, на шестеренку надо ставить, где чип ставится, да? Да-да-да. Ладно, больше. Если он не ФТ, то что, я тебе должен турбину, да, оплатить? Ну, если там ее нет, то да. Брат, пиздец, у тебя такой идишник, ты же мажор, блядь. Просто давно зарегался и все. Ну, у тебя тоже не маленький, 53 тысячи. Да я зарегался, не играл сначала. Так, ну, как говорится... Эх, ну давай! Эх, ты... Нету турбины. В туре? Ну, да. Куда я сяду, как проверить? Нет, турбина пишется, да. А, да? Ну тогда ладно. Ладно, есть, не переживай. Ладно, все, брат, я прилетел, мне на ГМ отдать. Давай, удачи. Блядь, какой он пиздатый! Давно я таких эмоций от смотры не получал. Это примерно как я в 2021 году купил себе первый Rolls-Royce в рейс. Это первая моя дорогая тачка, потому что я все время ездил на 39-ке. И туда Rolls-Royce, блядь! Ну что, ребята, батечка, как бы батяня, батя, чунозис здесь, как бы Эван. Всем привет опять, это, я не знаю, какая вставка по счету в этом ролике, но я надеюсь, не особо затянул. Это не начало ролика, хотя я снимаю это как начало, ну да ладно. Вы уже видели, что я прикупил данный Rolls-Royce, но это, кстати, я заметил. Блядь, ты откроешься или нет?
Короче, это какой-то баг, он периодически появляется на Калинане, иногда пропадает, я хз, что это такое. Короче, это продолжение серии с Каликом. Вчера, как только я его прикупил, я катался очень долго, где-то 1200, наверное, километров накатал, может меньше. Но мне мега заходит этот автомобиль. Вот нету другого автомобиля, от которого я кайфанул. Ну да, купил i8, купил Lexus, ну да, прикольно, покатался пару раз и лежит в инвентаре. А вот это... Ну вот то такое себе. Я бы еще прикупил новый и вот этот Rolls-Royce. Блять, забыл как называется, который электрический, но он овер много стоит, да и не прям такой он шка красивый. А вот Калинан, вот это реально стиль. Я прям езжу и кайфую. Только единственное, что мне не нравится, что, блин, текстуры проседают. Но это, кстати, пацаны, скоро мы пофиксим, ведь я уже заказал себе новый комп. Я надеюсь, ролик запишу какой-нибудь интересненький. Это самый выгодный комп будет за 2024 год вообще по характеристик. А тем временем нам нужно отправляться в тюнинг. На шкрёпе еще немножечко денег. Вчера снял с баланса, выполнял задание, забрал деньги с такси. Я, кстати, таксовал не на Rolls-Royce, а на Чироне, там на всем подряд. Здесь какая-то сходочка у нас, да? Мы заезжаем, конечно же, в HPC. Нужно его сделать на стиле. Специально я не искал Rolls-Royce на тюнинге, потому что это такой мем, пацаны. Короче, почему не было роликов? Давайте здесь вот так расскажу. Я искал Rolls-Royce. Я его искал около 2 месяцев. Месяц назад, как я записывал в предыдущих роликах, я писал, что я уже почти его купил. Я написал 2 человекам. Один готов был мне продать за 28 лямов Rolls-Royce черненький, без тюнинга, ну просто ФТ внутренний, да, без внешки, правильно будет сказать. За 28, в итоге он слился. Потом мне предлагали 30, и я тоже был готов. Он опять же слился, камеру сюда, он тоже слился. После чего неделю назад я где-то увидел, что кто-то продавал Rolls-Royce с внешним тюнингом за 36 миллионов, там что-то 5 или 6 владельцев. Я не захотел, потому что мне не нравится вес на Rolls-Royce. Это слишком колхозно. Хотя за 36 миллионов можно было бы подумать. И вот последних дня 4 я реально очень сильно хотел его найти. Писал разным людям. И мне попались такие уникумы, которые продают. Там на номере один продавал. Вот такой же Rolls-Royce, только номер А, 3 восьмерки АА, 797 регион, да, типа. 3 восьмерки АА, но 797, это типа Москва, и это новый регион. Это не особо ценит, я бы сказал, вообще не особо. Особо ценится, чисто из-за того, что это А3 восьмерки. Мы договорились, я предлагал ему за 42, за 42 это, в принципе, интересно, 10 миллионов плюс-минус за номер, он больше не стоит, ну, потому что это 797 регион. Он стоит на своих 45, поэтому мы не согласились. Также мне предлагали стоковые, вот такие же, как вот этот Rolls-Royce, только за 35 миллионов. Я говорю, чел, ты что, смешной, за 36 неделю назад даже меньше продавались ВТ-шные, за 37 их много на рынке. Он начинает на меня пиздеть, типа, ты не шар, ты перекуп, ты такой всякой, и заблокировал, блин. Ну, типа, люди странные есть, они покупают за 36, стоят там на сливах, у людей выкупают по 35, я уверен, не меньше, вернее, не больше, вот, а потом сливают по 40. Очень срочные продажи, брать такой Rolls-Royce, 45 лямов, ФТ, внешка, номер AMR-126-126, это для примера, если что. Такой номер, вау, номер АУЕ, номер мур будет мурчать двигатель. Короче, такие приколисты эти перекупы на смотре, блядь. Еще мне бесят перекупы, которые срут в Дискорде своими объявлениями. Ладно бы он просто написал «продам», список автомобилей и все. Но нет, он, блядь, увеличил шрифт текста. Через каждый шрифт, сука, по символу, по эмоджи вот этому. И вся лента забита этими ебучими эмоджами, которые хуй загуглишь. То есть... В поиске только его объявление висит. Короче, меня за этот месяц эти давцы Rolls-Royce так выбесили. Так хорошо, что я ASD встретил. Спасибо ему большое за 28 лямов. 10 владельцев. Да вообще похуй. Типа раньше я думал, владельцы странно, не странно. Типа много. Да вообще посрать. Я типа что, буду их продавать? У меня тачки по 3 года в инвентаре висят. Там мне похер на этих владельцев. А отошли, почему я этот взял и как меня бесит. Можете написать свои истории, которые вас бесят. А, вот. А, значит, малярная работа. Давайте позже, так как мы уже... Уже заметили, у меня full ФТ, да? Давайте посмотрим тупо на обвес. Мне интересно, сколько же стоит обвес на Rolls-Royce? А, у меня то ли стоковый бампер, да? Вот такой. Ну, блин, ну это же колхоз, согласитесь. Ну,
еще вот этот черный, еще норм, но когда мне вот это предлагают, говорят, брат, хром, прессованный стиль, это же колхоз конкретный. Если бы это было без губы вот этой нижней, было бы еще неплохо, согласен. Ну такое, на любителя. Очень интересуют меня, если честно, диски. Диски стоят с Rolls-Royce, типа старые, да, но что-то хочется другое. Они, кстати, еще маленькие, может стоковые будет побольше. 577 тысяч за диски, это в принципе немного. А, то есть это стоковые диски, типа, которые... Окей. Ширину... Не... Бля, диаметр нельзя сделать, да? А вот на GTA 5 RP может. Ладно. Ну вот здесь вроде... Вроде прикольно не выглядит, нет? Что-то в этом есть. Можно только высоту подделать. Пониже сделать, чтобы они больше казались. Хотя они больше казаться не будут из-за того, что арки слишком большие. Ну, короче, да, давайте, ребята, хотя бы диски поменяем. Ладно, 687 тысяч, это не так много. Это один день про ФКшить и бизаки, да? Зато что-нибудь новенькое на нашем автомобиле будет. Стиль бешеный. Бешеный. Добавляем за 60 тысяч. Я надеюсь, я не испортил. Если что, сейчас можем поделать немножечко подвесочку, опустить его. Чип плюс-минус нормальный. Такой он резвый, но я бы хотел кто-нибудь менее резвый. Что-то такое более как бы вальяжное. Это же Rolls-Royce, мягкое, знаете. Не, есть, определенный стиль есть в этом. Есть, 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 неплохо. Ребят, вы, наверное, подумали, а что это за номера? Его у тебя ОВА 979. Это номера, которые мне достали с автомобилем. И нет, конечно же, я на них ездить не буду, потому что есть у меня и много других номеров. Поэтому пока мы отправляемся на ИКХ на смену автомобильного знака, да, автомобильного номера, я вам расскажу немножечко про тюнинг данного автомобиля, вообще сколько, что почем стоит. Хотя многие уже и так знают, но вдруг кто не знает, поэтому повторю. Новый такой автомобиль стоит 35 миллионов рублей с автосалона, да, как бы недешево. 26 миллионов 250 тысяч это слив его в БУ рынок. 7,7 миллиона это ФТ-шка, а максимальная скорость 280 км в час, 20 мест в багажнике у него и 90 литров бак. Конечно же, 98-100 бензин. Как бы за 4 года сколько проект существует, могли бы уже добавить что-то связанное с бензином, да. Темно-синий цвет на черных дисках. Бля, тоже неплохо выглядит, да? Необычный чё... Блин, красивый. Брабусятина стоит, брабусять. А здесь... А, я понял. Он, короче, с Мерседеса Брабус диски снял, поставил на Rolls-Royce, а Мерседес на кирпичах стоит. Ну, блядь, все как всегда. Перенос автомобильных знаков. У меня есть три Жигуля, да? 002, 007 и 003. 003, как бы, ну, понимаете, сюда не станут. И я бы хотел 111 поставить на Калина, но 111 у меня уже стоят на Lexus и четверки на LFA. Прикольно выглядит, менять не буду. Значит, у меня остается выбор между 002 и 007. Все-таки это Rolls-Royce, привлекательный, семерочка, да. Конечно, если было бы 77, было бы вообще идеально, но я за ними охочусь уже года два, и, как вы понимаете, никто их мне продавать не будет. А если буду, то там за лярды, которых у меня, конечно же, нет. Поэтому мы ставим 007, хотя даже уже и за этими охотятся. Мне очень много писало, что Эван, давай я бы куплю тебя то этот номер. Я говорю, нет, ребята, не продается. Поэтому 007 поставим сюда. А 002, если честно, я еще не придумал, куда я поставлю. Но на что-нибудь точно поставлю. Блять, номера же добавляют конкретного стиля автомобиля. Дисками, кстати, не прогадал. Прикольно выглядит. Это же похожие диски, какие у меня стояли на Вероне. Слава богу, что я его продал. Вот. Чиповочка на Rolls-Royce. Копируем. В принципе, очень офигенный чип, но я бы хотел что-то менее резвое. У меня есть плечерон, если я захочу погонять, вот. Что-то такое более вальяжное и что-то более мягкое. Хотя это тоже достаточно мягкое. Вот смотрите, как я буду съезжать. Очень мягкое. Да не, нормально, что я придираюсь? Но спасибо, хотя бы здесь как бы значок выезжает. Вот смотрите, N, блять, не N, не M, J, вот. Опа, и спрятался. И можно ездить без значка, только J нажал. Опа, и вылез. Джей нажал, опа, и залез. Багажник Жига меня освободили. Заезжаем, утилизацию. 112 500 на базу. Что, раньше тоже надо было транспорт убирать? Или это новое что-то? Мне кажется, раньше не надо было транспорт убирать. Ну да ладно.
Ну что, ребят, у меня, в принципе, на этом все. Вот такой вот большой ролик вышел. Начинали снимать еще в начале марта, закончили в конце марта. Начинали на 11-м Windows, закончили на 10-м Windows. Начинали на Lexus, закончили на Rolls-Royce. Я надеюсь, видос был интересен. Если вы себя увидели, обязательно отмечайтесь в комментариях. Ну, в свою очередь, всем желаю хорошего дня. Как бы подписывайтесь на канал, ведь здесь выходит очень много интересного, полезного, веселого контента. Я надеюсь, я не забью на канал, как это всегда происходит, вот. Лайкосик, комментосик, все читаю, все смотрю, колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первым и никогда их не пропускать. Всем желаю хорошего дня, всем по Rolls-Royce и всем пока.